хитрый способ манипулировать людьми, поблагодарить их заранее. Thanks in advance, что значит «спасибо тебе, так сказать, авансом выдаю, а ты будь добр, исполни мою просьбу». Thanks in advance. Американцы скажут advance. Еще варианты вежливой просьбы. I will appreciate it. Я буду тебе благодарен, или я буду ценить это. Appreciate – это ценить. Хотя звучит как прыщ, но ценить. I will appreciate it. Я очень буду ценить, если ты это сделаешь для меня. Еще вариант. I would be grateful for any help you can provide. Я буду тебе grateful, благодарен за любую помощь, которую ты мне можешь provide, обеспечить, оказать. Помните, что английский вежливый на максималках, поэтому первый вариант thanks in advance, он на самом деле не такой уж вежливый. Вы как будто бы заставляете человека выполнить что-то, мол, я же тебе уже поблагодарил.